Всем привет! С вами Руслан, магазин «Мне лодку». А сегодня представляем вашему вниманию надувное кресло для лодки. Кресло выполнено из ткани ПВХ. Плотность 600 грамм на метр квадратный. Цвет зеленый. В комплекте с креслом идет переходник для насоса. Сейчас мы его воткнем в насос и накачаем это кресло. У кресла есть клапан для накачивания. Сердечник ставим в верхнее положение и накачиваем. Подсоединяем насос. И накачиваем кресло. Кресло накачано. Закручиваем колпачок клапана. В накачанном виде кресло выглядит вот так. Его можно ставить в лодку. Сейчас мы замерим его размеры. Высота спинки 70 сантиметров. Ширина или длина кресла 60 сантиметров. Ширина кресла в накачанном полностью состоянии 68 сантиметров. Диаметр баллона 23 сантиметра. Если внутреннее пространство вашей лодки меньше, чем 68 сантиметров, и кресло в полностью накачанном состоянии в нее не войдет, то это не проблема. Можно спустить немножко кресло, нажав на сердечник. При этом его ширина уменьшится, и вы можете его спокойно установить. Сжав вот так вот, установить в лодку и даже подкачать для того, чтобы оно плотно уперлось между баллонами лодки. Вес кресла 1 килограмм 450 грамм. Мы хорошо упакуем ваше кресло, положим его вот в такую картонную коробку. Доставка осуществляется из Уфы. Почтой России, транспортными компаниями, курьерской службой СДЭК по всей России, а также за ее пределы. Не забывайте подписываться на наш канал. Кнопка «Подписаться» находится здесь, справа внизу экрана. Нажимайте прямо сейчас, чтобы не пропустить очередные видеообзоры. А с вами был Руслан, магазин «Мне лодку». До новых встреч!